Привет всем и добро пожаловать на мой канал. Сегодня я открою посылочку, которая ко мне пришла от Clearjelly Stamper, и покажу летний дизайн. Так что оставайтесь со мной и всем приятного просмотра. Ко мне пришла посылочка от Clearjelly Stamper. Давайте посмотрим, что же в ней. У меня тут два новеньких лака для стемпинга. Голографическая книжка футляр, он же холдер для маленьких пластин. Двухсторонняя кисть, с одной стороны тоненькая кисть для дизайнов, для рисунков, и с другой стороны кисть для френча, подстриженная специальным образом. Плиточки для стемпинга разные. И вот в таком вот футляре у меня силиконовый коврик для нейл-арта. На нем можно делать дизайн, здесь есть форма ноготков. Можно раскрашивать стемпинг. Очень хорошо сюда выкладывать водный дизайн, который, например, уже высох в стаканчике, и вам надо его где-то рассмотреть, подсушить и вырезать. Тоже подойдет. Все это у меня от Clearjelly Stamper. Ссылочка на магазин будет внизу под видео. А мы переходим к дизайну. Я предварительно нанесла голубой оттенок лака. Чтобы бэкграунд смотрелся поинтереснее, добавлю диагональный градиент. Для градиента буду использовать аэропуфинг. Подробное видео с этим инструментом вы можете посмотреть, перейдя по ссылке в правом углу экрана. Итак, используя аэропуфинг, делаю диагональный легкий градиент и перехожу непосредственно к дизайну. Для дизайна я буду использовать плитку от Clearjelly Stamper, которая мне пришла сегодня в посылочке. Также лаки для стемпинга и большой прозрачный штамп той же торговой марки. Он мне очень нравится, это, наверное, мой самый любимый штамп для стемпинга. Хорошо поднимает и переносит рисунок, и сквозь него отлично видно, так что вы не промахнетесь. Сначала я наношу розовый лак для стемпинга, переношу рисунок на ноготок, затем добавляю желтый лак на цветочки поменьше и снова переношу на ноготок. А теперь время перенести окантовочку нашего рисунка. По той же схеме я делаю бабочку на среднем пальчике. Не забываем, что с лаками надо работать очень быстро, иначе они засохнут на поверхности плитки и вы не сможете перенести рисунок. Дополняю дизайн точками. Теперь только остается нанести топ и готово. Вот такой вот летний дизайн у меня сегодня получился. Надеюсь, вам понравился сегодняшний мой мастер-класс. Спасибо, что смотрели меня. Сегодня увидимся, услышимся в новых видео. Пока-пока!